Мир вам! Сегодня я покажу упражнение дыхательное вместе с мантрой, целью которого является очистка крови, более интенсивная, за счет того, что мы создаем дополнительное сопротивление на вдохе. То есть в легких будет образовываться больше разрежения. Для этого я по очереди закрываю пальцем одну ноздрю и массирую в ритме мантры. Метроном задает ритм мантры и ритм массажа. Частота 1 герц, 60 ударов в минуту. Ом.
конце упражнения я делал ритмичный массаж всей мясной части моего лица. Все мышцы качали сами себе кровь. Когда я громко пою, кровь качается за счет того, что диафрагма давит на легкие, и потоки крови артериальной уходят от сердца в разные стороны. Вот такой ритмичный массаж ноздрей и всего лица приводит к тому, что глазам достается больше энергии, ушам, потому что уши тоже массируются большим пальцем. Человек и прозревает, и восстанавливает свой слух. А с этим и все здоровье. Я желаю вам разобраться в дыхании, в громком пении мантры. Чем громче человек поет, радостнее, чем больше он улыбается, значит, он здоровый. Сегодня меня пригласили в 12 часов на хор. Я им сегодня спою примерно так. Но...